Так, смотрим дальше. Владимир Федосеев. Валерий Константинович, здоровья, долгих лет жизни. Ваше дело живет и в сыром Забайкале. Сливы и абрикосы из ваших косточек. Когда-то меня, знаете, как доставали. Но уж у нас там в Забайкале. Ну, имеется в виду еще плюс Иркутская область. Вот. И так далее, туда, вплоть до Сахалина. Ничего не растет, расти не будет. Даже по берегу проблемы есть, даже везде. Даже там, где вдоль океана, не замерзающего, вплоть до этого, до полярного круга, там не бывает 40 градусов морозов. 30 редкость. И там умудряется все искалечить, ничего не вырастет. Давайте смотреть. Забайкальский район. Спасибо за это. Каждое такое письмо, каждое такое подарок для меня праздник. Вот мои косточки. Заметьте, из косточек. Значит, вот это слива из косточек. Я не знаю. Или это китайская слива, скорее всего, так? Но из культурных, крупноплодных я бы рассылал венгерки, но венгерка не похожа 100%. Ну и на сувенир Востока не похоже. Кстати, сейчас предлагаю сувенир Востока всем, кто просит венгерки. Но нету. И это чудо какое-то. И так плохой год был. Вот. Но сувенир Востока, где дерево ломилось. Может, видели фотографии. Да, и фильм снимал два летом, да. Венгерок ни одной. Это вообще первый раз, впервые такое. Ну, ничего, следующий год. Зато в этом году дала полутораметровый прирост черенков. Первый год за 30 лет венгерки не заплодносили. Это мы переживем. И зато приросты большие. Итак, похоже, китайка. Я 100 раз говорю, китайки сроду никто не прививал. Ни на Востоке, ничего. То есть они хуже уже быть не могут. Вот такая, скорее всего, как вы думаете, она ему не понравилась, хозяину? Кто у нас там хозяин? Владимир Федосеев. Я преподнес это как сенсацию, потому что, знаете, если уже сами руки опустили в Европе, ну, за Байкалью-то, мы берем верх. Я сейчас устроил неформальное соревнование Европа против Сибири, ну и отдельный регион Урал как бы выделяется. И садоводов прекрасных много, и климат такой. Ну, вы знаете, что такое климат. С той стороны горы все есть, с этой стороны горы ничего нет. Горная местность, подберите участок, и у вас там будет и черешни, как, ну, растут же на Урале черешни. Это редкость невероятная. Их даже в Подмосковье можно вот так посчитать, количество черешен. А на Урале есть. Видите, как здорово. Пойдем дальше. Вот. Это вторая фотография от Федосеева. Это елки-палки, что ж это такое? Вот тут уже немного, или это с другого дерева, тут уже немного смахивает на сувенир Востока. Да, заманчиво. Ну, то есть я лишний раз, когда-то я сам не верил. Я говорю, помните, я сторонник прививок, покупайте черенки, не связывайтесь с семенами. Я этот период юного железного прошел. Я еще 50 лет был юным садоводом. Так мне голову задурили эти все. Вот. Ну, вот они, абрикосы. Смотрите. Это явно гибридный. Вырастил он из косточки, так? Дикарем не стал, а в Забайкале они как чувствуют. Если где бывает похожий климат, они стараются уменьшить свой размер. Есть за ними такое качество, грех. Вот. Ну, что? Ну, и с другой стороны, я вижу, что это гибрид. Вот здесь, значит, вот. Это, наверное, следующее дерево. Да, следующее дерево. Посмотрите. Но это еще не все. Крупный план. Ну, все ясно. Амур надуло ветром. Вот так вот. Так, идем дальше. Это опять, но это может быть тот же самый снимок. Ну ладно,